Всем привет! С рестартом серверов 24 апреля 2020 года в игру было добавлено обновление, после которого изменились определенные характеристики овердрайвов Титана, Васпа и Хантера. Также были добавлены и другие изменения. Давайте посмотрим. Изменения, которые затронули обе версии игры, Flash и HTML5. Добавлены 8 новых устройств для корпуса Хантер, а именно: иммунитет от поджога. Устройство полностью защищает от поджога. Танк с этим устройством не получает урон от горения. Иммунитет от заморозки. Устройство полностью защищает от заморозки. Танк с этим устройством не замедляется. Иммунитет от Эми. Устройство полностью защищает от электромагнитного импульса. Утяжеление конструкции. Устройство значительно повышает массу корпуса. Облегчение конструкции. Устройство значительно снижает массу корпуса. Защита от поджога. Устройство частично защищает от поджога. Танк с этим устройством тяжелее поджечь, и он получает сниженный урон от горения. Защита от заморозки. Устройство частично защищает от заморозки. Танк с этим устройством тяжелее заморозить. Иммунитет от оглушения. Устройство полностью защищает от оглушения. Танк с этим устройством невозможно временно обездвижить. Защитные модули больше не снижают эффективность заморозки и нагревания. Джиггернаут получил постоянную защиту 50% от скорости заморозки, скорости нагревания и урона от горения. Изменения в овердрайвах Титана и Васпа. Защитный купол больше не защищает от бомбы Васпа, заморозки и нагревания, но все еще снижает урон от горения. Генератор купола Титана в момент установки отключает не только чужие генераторы, но и бомбы, установленные вражескими Васпами. В овердрайве Хантера длительность оглушения увеличена с 2,7 секунд до 3 секунд. Длительность отключения расходников увеличена с 3 секунд до 5 секунд. Переходим к изменению, которое затронуло только HTML5 версию игры. Добавлено модальное окно подтверждения удаления друга из списка друзей. Оставшиеся изменения вы можете посмотреть на форуме, ссылка в описании. Танкисты, а что вы думаете насчет данных изменений? Делитесь своим мнением в комментариях, а также на форуме нашей игры. Удачи!